Это преобразователь от 16 вольт до 93 вольт по схеме ZVS драйвер zero voltage. Что-то свитчинг на когда нулевой драйвер, в общем, автогенератор. В общем, он теперь не включен, и от него питается, от этого автогенератора, который питается от этого блока питания на 16 вольт, питается от этого автогенератора вот этот транзистор в пачковом режиме произвольном, трансформатор Tesla. Вот это его первичная обмотка, вот вторичная, вот антенна. Вот это пуш-пул. От него лампы горят на кварцевом генераторе, тут закронирован. Теперь я включу питание для Теслы на 93 вольта. Лампочку поставлю. Вот работает. Вот на осциллографии, что вот такие пачки импульсов идут. Вот, и вот эта маленькая синусоида, это пушпульная осциллограмма. От этой вот пачки они тут не синхронно, ничего никак не связаны. Видно, на лампу нет никакого влияния. Попробую частоту немножко подкрутить.
нагрелся. Транзистор горячий. Как-то частота не очень регулируется хорошо. Работает почему-то теперь слабее. Вот такие пачки. Нужно порегулировать расстояние между ними. Вот этот резистор для более плавной регулировки. Как ни кручу, ничего не меняется. Сжег два транзистора, один RF640N, подделка из AliExpress, второй RF840, тоже подделка. А так подключал питание, много питания. Вот. Это провод, который плюс вот этого преобразователя. Один, два раза подключил, так первый раз вроде бы тут ничего, лампочка загорелась, светодиод, что работает. Второй раз подключил и перегорел что-то. Вот этот транзистор. Сопротивление между затвором и стоком 1 Ом. Еще один RF840 сжег. Вот так к питанию прикоснулся. Один раз вроде бы нормально пошло, потом откоснулся и снова быстро. Все уже.
показывает между затворами и стоком, уже там где-то ноль сопротивления. Значит, уже сгорел. Вот 0,3 Ома, значит, транзистор сгорел. Наверное, надо что-то другое придумать. Это. Так, транзистор только жгу. Скачером вот. Очень простая схема, там ничего не горит. А тут с этими высоким напряжением, с этим вот повышающим преобразователем горят транзисторы. Наверное, нужно переходить на 24 вольта, а то я не знаю, что тут. Наверное, не буду я тут экспериментировать, еще больше пожгу, а толку не будет никакого.